Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardress Info, перед нами Poco M3 Pro, и в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве поменять браузер по умолчанию. Для этого мы заходим в настройки, а в настройках мы листаем вниз до пункта приложения. Дальше нажимаем все приложения. Справа сверху нажимаем на три точечки приложения по умолчанию. И видим здесь пункт браузера, после чего мы можем выбрать любой браузер из тех, которые у нас скачаны на телефоне. То бишь, если вы хотите, чтобы здесь появился нужный вам браузер, сперва нужно его скачать. Больше видео об этом устройстве ищите у нас на канале. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк и всего доброго. До свидания.